Всем привет! Сегодня решила сделать булочки, обновить, так сказать. У меня булочка со вчерашнего дня. Сейчас хочу сделать ее более свежей, более вкуснее. Можно на завтрак, можно на полдник. Будет очень вкусно. Разрезаем. У меня клубничка есть, можно ягоды. И начиняем. Посыпаем сахаром сверху. Вот. И вот так вот складываем. Сейчас мы будем обмакивать в молоке с сахаром и в яйце на сливочном масле. Теперь обмакиваем нашу булочку в молоке с сахаром и в яйцо и на сковородку. На сливочном масле и обжариваем. Булочки у нас получились. Сейчас я хочу посыпать сахаром. У кого есть сахарная пудра. И оставшуюся клубнику. Очень хорошо и на завтрак, и на полдник. Быстро и вкусно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.